Равнение на флаг. Слово предоставляется председателю Федерации футбола города Сестрорца Чебаеву Антону Владимировичу. Дорогие ребята, тренера, родители, хочу поблагодарить вас за участие, принятие участия в этом турнире, в ежегодном турнире. В этом формате мы проводим первый раз. Хорошей игры, без травм, но конечно же победа, кто проиграет, не переживайте, в следующем году вы обязательно будете участвовать в данном турнире, ну и ожидайте следующую удачу. Так что показывайте то, что все, что вы можете, ну и конечно же удачи. Спасибо большое. Слово предоставляется ветерану завода «Спирт» Анашкиной Валентине Владимировне. Увидеть спортивный дух,
покинул борьбу между командами. И сегодня хочу пожелать вам только победы. На этом торжественная часть закончена. Команды «Алмаз» 2004-10 и команду «Металлург». Команду «Металлург» вызываю на спортивную площадку. Сегодня в спортивном комплексе «Металлург» проходит кубок ветерана спорта Анатолия Жабо. Знаю этого человека, который отдал всю свою жизнь спорту. С Анатолием мы знакомы с 80. Очень человек, переживающий за спорт, особенно за молодежь. Значит, благодарю его сыновей, его родственников, чтобы организовали такой турнир. Для молодежи это очень и очень много значит. Можно сказать об этом человеке только хорошее. Только и спасибо родным, что не забывают. Спорт не забывает детей. Добрый день, уважаемые любители футбола города Череповца. Сегодня мы проводим третий турнир в памяти замечательного человека, спортсмена Анатолия Степановича Жабо. В этом году на турнире выступают ребята 2010-2008 года. Турнир мы немножко омолодили. Ребята играют с удовольствием, очень много болельщиков, очень приятно смотреть на игры. Турнир продолжается. Ну, я рад, что традиция турниров, посвященных памяти Анатолия Степановича Жабо, продолжается. В этом году она уже реализуется в новом формате. На турнир пригласили ребятишек, начинающих, молодых, юных совсем. Вот. И в этом тоже есть свой большой плюс, потому что их спортивная биография только начинается. Вот. И такие турниры, я думаю, будут способствовать, помогать и росту мастерства, и росту интересу к спорту, физкультуре. Очень радует, что сегодня много зрителей. Пришли и болельщики, и мамы, папы играющих ребят, и друзья, и родственники Анатолия Степановича. И мне кажется, турнир удался. Получился вот настоящий такой праздник футбола, детского футбола. Во-первых, я очень благодарен и нашему председателю Федерации футбола Шибаеву Антону Вадимовичу за приглашение на турнир. И Анатолия Жабо детям, в первую очередь Ирине, дочери, которая уже второй год меня приглашает на турнир. Где-то, конечно, вспоминаю свою молодость, когда вот эти ребятишки играют в футбол, вспоминаешь. В общем, приятно, конечно, что старая судейская коллегия не забывает. Еще раз большое спасибо. Впредь буду, если будут приглашать, с удовольствием буду принимать это приглашение на этот турнир. Ну, сегодня опять проходит турнир в честь Анатолия Степановича Жабо. Его юбилей в этом году исполнилось бы 80 лет. И очень приятно, что турнир продолжает жить, что турнир поменял немножко возраст. Значит, молодое поколение, наша сейчас команды помоложе. Поэтому наше будущее, наши дети, которые подают надежды, я думаю, что из этих детей что-то получится, кто-то выйдет на большие поля играть. Также хочу поблагодарить организаторов турнира. Спорткомитет Шибаева Анатолия, Николая Зверева, нашу сестру Лизочку, которая много усилий прикладывает к этому, чтобы турнир продолжал жить. А также очень радует, что команды бьются. Ребята очень спортивные, подающие надежды, как я сказал уже. И победит сегодня сильнейший. И мы турнир этот будем продолжать. Спасибо.
С Анатолием Степановичем мы долгие годы играли вместе в футбол. Он играл за ЖБИК, я играл за базу механизации. И ну что, не бросайте! Эти годы были, конечно, тогда счастливые годы. Постоянно было соперничество. Традиционно в футболе это ЖБИК команда, которым руководил Анатолий Степанович, база механизации и автотранспортное предприятие, это называлось ПАТУ. Ну, турнир в памяти Анатолия Степановича, это должен проводиться, конечно, каждый год, и память о нем должна быть традиционно поддерживаться каждый год. Этот человек заслужил, отдал много спорту, города, стройки. Ярослав Киловский. Идет. Как ты характеризуешь игру своих ребят? Ну, соперники хорошие игроки. Их трудно выигрывать. Да, Вань? Какой счет? Сколько вы ведете? На каком примерно вы сейчас? В каком положении сейчас? У нас сейчас счет идет 2-2. То есть решающий, да? Я 3. 3 года уже. Вот еще ребята хочет что-то. Присоедините, давай. Давай, Тимофей. Как зовут тебя? Давай. Тимофей. Громчик. Тимофей. Тимофей. Как, сколько лет занимаешься футболом? 4. 4 года. Что для тебя футбол? Занятие футболом? То, что тренироваться, оттачивать удары, финты делать. Кто самый любимый футболист у тебя? У меня Пеле. А какие планы у тебя на будущее в спорте? Я хочу стать известным футболистом. Молодец. А кто у тебя друг? Есть по команде друг? Да, Сёма, Саша. Вот. Где Саша? Сёма, Саша заболел. Да, Саша, иди сюда, подойди. Сёма. Ставься. Сёма. Да не, почему? Да приди чуть-чуть, зайди. Нет? Да чё ты? А нет. Хорошо. Чё тебе? А тут? Забыл? А да, как тебя зовут? Тоже друг? Как Петя. Петя. Петя, а ты сколько занимаешься? 4. 4 года. Почему выбрали футбол, а не какой другой вид спорта? Ну, я еще играю в хоккей, но футбол мне больше понравился, нравится, потому да? что, ну, у меня, я с самого детства в него играл, и понравился. А какие качества для футболиста важны? Качества характера какие? Сильный, ловкий, быстрый. Вроде и все. А в команде как у вас? Дружите между собой? Праздники как-то отмечаете? Нет? Ну, рождения? День рождения. Все-таки знаете у кого? Когда? Нет? А вот не спрашивали. В следующем году будем проводить турнир. Все-таки вы друг у друга знаете день рождения. Поздравляйте друзей своих. И нас по телеку покажете. Как зовут тренера вашего? Андрей Чучеславович и Степан Павлович. Хорошо, ясно, ребята. Ну ладно, молодцы. У нас два тренера. Да? А родители как относятся к занятию футбола? Помогают вам? Да. А школа как? Успеваете в школе учиться? Не ругают учителя? Да. Плохо, да. Хорошо. Прогуливаете, наверное. Хорошо. Все как 3-4, все сразу идем. Ну, молодцы. А сегодня как вам? Справки дали? Освободили от учебы? Сегодня же четверг, да? Ну, молодцы. А остальные ребята, что, какие у вас перспективы? Мы станем знаменитыми. Молодцы, ребятки, молодцы. Меня зовут Иван Поцелуев. Я выбрал футбол, потому что, ну, папа меня не воспитывал, все время на работе был, а, ну, мальчишки мной не интересовались. И поэтому я только с девчонками играл. И поэтому меня папа определил в футбольную секцию. И мне очень нравится футбол. Но когда мне забивают гол, почему-то я начинаю расстраиваться. Я даже не знаю почему. Я себя не могу сконтролировать. Но мне все равно очень нравится этот вид спорта. Молодец, ты молодец. То есть ты ценишь мужскую дружбу в футболе, поэтому ты сюда и пошел. Да. Молодец. Ну а то, что расстраивается, это нормально.
говорят, надо делать выводы из ошибок, да? Значит, и исправишь ошибки. Ну, а кто у тебя друг в команде? У меня все друзья. Какого класса ты учишься? Я в четвертом. У тебя сестра, брат есть? У меня три сестры и три брата. Угу. А папа доволен твоими успехами в футболе? Да. А сейчас на трибуне папа есть? Нет. Нет? Ну, работает. У меня только мама тут. Что? Только мама у меня тут. Только мама? Угу. А папа не тут? Ну, да, я пожму твою руку. Сними свои крабки. Молодец, дорогой. О, молодец. Молодец. Сегодня вы, ребята, показали настоящую мужскую игру. Взрослую. Такие были страсти, такая была борьба за победу. Что еще? Еще мы будем против металлургов. Мы еще не даже закончили, да. Но сегодня было очень интересно. Настоящая мужская игра, взрослая игра. Вам всем первое место дала, честное слово. Всем. И по медали. И будет сегодня по медали. Покупку и кубки будут, и медали. А всем дадут медали. Всем дадут медали. Всем. Всем. И дипломы всем. Молодцы, ребята. Ну, на следующий год вы будете постарше уже. Тренируйтесь от турнира к турниру. Молодцы. Завершился третий турнир. Марина Анатолия Степановича Жирова. Сейчас будет награждение. Четвертое место в турнире заняла команда «Металлург». Награждение происходит за то, что я готовил. Команда «Металлург», это команда, подойдите сюда. Капитан команды, да? Команда, каждой команде бы сидел.
победил первое место. Насколько сегодня было увлекательно, и каждый из вас выложился на 100%. Сегодня болельщики очень помогали нашим ребятам. Тренера показали себя настоящими мастерами своего дела. Посмотрите, как они давали указания, переживали, болели. Анатолий Жабов вошел в историю Череповца как талантливый организатор массовых мероприятий по спорту. Я призываю вас, каждого из вас, чтобы вы также это движение продолжали, то есть увлекали в спорт, футбол, других ребят, чтобы все больше и больше было в нашем городе команд. И, может быть, через несколько лет мы будем гордиться на Олимпийских играх нашими футболистами. Мне хотелось бы пожелать здоровья вам, вашим родителям, удачи и в будущем побед. Хочу большое спасибо сказать организаторам этого турнира. В первую очередь Шибаеву Антону, председателю Федерации футбола города Череповца, Звереву Николаю, тренеру по футболу, всем организаторам, работникам ФОКа во главе с Александром Дмитриевичем, директором, и лично Анашкиной Валентине Владимировне за помощь в этом турнире.